Макса, где мы с тобой находимся? Как отсюда выбраться? Ты мне скажи. Смотри, тут есть цифра 13, но есть выход и два автомата с чипсами. Давай я здесь останемся. Я думаю, что автомат с чипсами, да, он хороший. Там еще комп, смотри, есть в компецке, я бы там поиграл. А там не открывается, слушай. А, вот как! Вот так вот можно сделать, да. Смотри, все, кнопочка. Все, братан, КС-ку запускаем. В общем, ребятки, всем привет, с вами сегодня Такс и Филиппин, и мы играем в карту под названием Escape the Office. В кварту, сука. Цель которой выбраться из этого офисного здания с кучей головоломок. И давай с тобой оглядимся вокруг, и что нам нужно сделать здесь. Ну, так, смотри, а дверь приоткрыта, там есть кнопка. А ты дико? А как ее вообще? Может, ее как-то нужно стрелять в нее? Нет, не помогает. Вообще, ну-ка, дверь не открывается, да? А, смотри, вот, лол! Где? Вон там была спрятана под этой. Офигеть! Серьезно? Я боюсь представить, что будет. Да, Макс! Там кнопка, нажми еще раз. Подожди, это было бы мерзко, так. Мерзко, я испугался вообще. Испугался, шашура. Твори добро. То есть это реально карта с головоломками, типа. Да, головоломка, да. Да, у меня просто плохо. Я уговорился, ну ладно. Что здесь? Это очень круто, мне нравится, так. Смотри, много дощечек. На них понажимать можно, слушай. Может, какой-то шифр надо на них вывести? Подожди, так смотри, тут есть 20% красного, 5% черного, или это как поделить поровну на всех пиццу? Нет, мне кажется, это да, это пицца, и мне кажется, самый большой кусок, вот этот 45% это мой, твой всего лишь 5%, зато черный, нигерский. А красный чей? Тут вообще, братан, как бы здесь кусок пиццы, а здесь как бы термоядерный реактор, да? Как бы понятно, да, дело вообще? А здесь, по-моему, крестики-нолики, пацаны, играли. Нет, слушай, это реально реактор, это реально структура реактора, атомного реактора, я тебе серьезно говорю, вот смотри, это реально атомный реактор. Стержни там, я понимаю всю эту тему. Так, где кнопки? Поищи кнопки. Что-то понажимай. О, смотри, лесенка, лол! Хорош, батенька, так. Батенька. А что это нам даст? Что это нам даст? Ничего. Да дает это нам только проход вентиляции, окей. Мне кажется, ли мы здесь были? Подожди. Ну-ка, спустись. Да, мы здесь были, но мы там не были еще, да. Это, да, это вот эта хорошо. Дверь не открывается, окей. Так, идем дальше. Мне о, вот смотри, чувак, труп лежит. Аккуратно. Кнопку нажми. Все. Yeah. Good. Так. Nice work. Не понял. Ну-ка, назад. В смысле, нас что, обманули, одурили? Лол, тут же не было двери. Да. Пацаны, отмотайте видос, там была дверь или нет? Да, не было, кстати, я тебе отвечаю. Я поднимаюсь наверх, короче, братан. Я бесконечный, это лестница просто бесконечная. Что за мразь? Чё? Как? Чего? Ну-ка, назад. Ай. Чё за нахрен? Лёха, ты где? Лёха, ты где? Я не вижу тебя. Я в белой этой штуке. А, нет, не могу зайти. Сейчас тебе камера покажет, что дверь, наверное, да, откроется. Сейчас мы скример, бойся. Я просто до этого места как бы проходил тут. Ну, точнее, так, долетал на ноуклипе, чтобы посмотреть эту карту. Гениальный человек просто, знаете ли. А подожди, а мне куда? А мне-то куда? 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 А я застрял здесь. Подожди. Где ты застрять мог? Ну, я в этом... смотри, я выбрался. А вот, все, вниз, все, отлично, все. Реально, я уже подхожу туда. Стены ломаются. Так, где ты? Дверь, я к двери подошел. Давай, я подожду, пока в туалет схожу, по классике. Тут так. Туалеты. Что, почему именно в туалетной части у нас какие-то проблемы? Ты по вентиляции бегал, да, там? Да, да. Все отлично. Ай, дверь закрылась, нет, seriously, man? В смысле дверь закрылась? Братан, вот я через дверь там не могу ничего сделать. Что, это ловушка? Да, можно я к тебе залечу? Это ловушка. Я, пожалуй, к тебе залетел, ну, я не знаю, почему, может, потому что я не успел. Где-то забаговался там в лесенке. Давай держаться максимально близко. Давай думать, что можно активировать. О, смотри, лол! Нифига себе! Куда заныкали? Вот она! Чё за нахрен? Пошли. Это топ, ребята, это очень крутая карта. Бля! Вернись назад! Чего там? Мать ж вашу! Мы только что отсюда, я видел, как это промерцало. Ну-ка, давай, пошли. Пойдем вниз, может, посмотрим сначала, давай, что там. Давай, пошли, давай посмотрим. Потому что, я серьезно, чё я за нахрен? Путаю. Вообще, дом-трансформер. Так, ну окей, чё здесь у нас? Бутылочки, братан. Шконка. Это твое рабочее место. Подожди, смотри, а здесь как будто бы снова круговое. А здесь как будто сейчас дверь еще закроется за нами и будет очень смотри, красиво. А больше нет лесенки. Как? А сейчас есть. Да ну ее. Бля. Ребята, у нас у одних галюны. Что-то я не втираю просто так. Реально какая-то очень. Смотри, это что такое? Это мини-дверь для гномика. Где реально открывается, вот. Что? Реально! Для крысы! Для крысы реально пакетный. Пакетный.
Зачем ты шутишь одновременно со мной одну и ту же шутку? Так, что здесь? О, кнопка оранжевая. Все, пошли. Че ты где? А, мразь, смотри, что твой... Ну-ка. Чего? Смотри. Ну так. Вот сейчас иди, иди. Ага. А там открой сейчас, нажми кнопку. Вот, привет. Прошел нормально, держи, держи, держи. А меня? А меня завоговало. Ты там, я вижу, ты там, открой, открой. Во, все, красава. Так ты, ты а че, бля, мы где, иди сюда, мы только что здесь были. Только что здесь были, тут стена прорисовала. Чего? Что за баги, точнее, что за странности, господа? Че за нахрен? Ой-ой-ой, грязно-то как. Вот он проход в отсек 13, я так, не тебе показало, типа, отсек 13, да? О, да ебать. Так, вот тут, это просто топ, ребята. Ебошно. Ебошно. Так, сюда не проходится, окей. Закрывается, тварь! Сука, нет. Нет, ну-ка, давай обратно. Подожди, это странно. Ну-ка, пойди туда, я посмотрю, может, она тебе там опять что-то сломает. А, не, слушай, все нормально, иди сюда, да, сюда иди. Идти, да, к тебе? Е-е-е. Ох, как эта карта любит потроллить. Ой, да, это топчик. Так, нажимаю кнопку. А зачем ты ее нажал? Не знаю. Дверь-то откроется, нет? Бэйба, камон. Бэйба, бэйба. Что-то непонятно, ни хрена. Ну же, Дима, давай. Тут еще нужно что-то активировать, что-то новенькое, может быть, появиться должно было быть. Да вот я хрен. О, открылось! Быстрее! Камон, камон! Ран, нига, ран! Все, успел? Отлично, красавец. Так, да. Да, так. Вы, сэр, красавчик, сок пьете. Давай, пошли. Мы уже, я чувствую, прям на финишной прямой. Но мне налево, интересно, налево, что же дверь. Там все же в этой 13-й комнате, или как это обозвать, даже так, мы здесь были. Так, здесь мы сюда, тоже бегаем. Вот сюда, да, так. 13-й комната. Что она делает тут, интересно? Очень, очень мерзкая кнопка, мне кажется. Ну, в принципе, мы прошли карты, мы видим, как она багуется, и что делать дальше? Ты посмотри наверх, тут какие-то вообще, я не понимаю, что там такое. Вся структура карты, смотри, как она устроена, капец. Я просто полетаю, я хочу увидеть, что это, как сделано, ребят, потому что это реально дичь. Карта, которая, ну серьезно, она... Она ломает воображение, чё? Подожди, стой, Лёх, лети ко мне, это что такое? Это я еще не знаю, что такое. Это может какая-то типа... Да, чувак, не... мне кажется, переиграл просто в скрэп-механик, решил здесь сделать да, свой, да, чисто по приколу что-то... Механизм какой-то. Давай, короче, вернемся, сейчас кнопочку с тобой отожмем. Нажимаем кнопку, карта будет саморазрушена через 3 секунды. Бля, это просто лол. Мы нажали на кнопку, было написано, что карта саморазрушится через 3 секунды. Чё произошло? В общем, просто вылетает КС-ка у нас обоих. Это обидно было, ребята, но я на прочитал, самом деле... Я прочитал в мастерской, там, короче, чувак просек фишку, что карта прописывает команду quit, да, типа выйти, quit, не знаю, как правильно это произносится. Консоль сразу. Да, и типа ты выходишь, это как в сампе слышь quit, это вообще троллинг, лол, вообще максимальный. Ну, это в общем, топовое. Если вам понравилась данная карта, обязательно поставьте лайки, напишите в комментариях, хотели бы вы видеть больше таких головоломочных карт в CSGO. У нас с вами был Такси Филиппин. Да. Всем огромный респект за просмотр. До свидули. Пока-пока.